на канале ТВЦ состоится премьера детективной мелодрамы «Стереть с лица земли», выход которой ожидается 1 октября. Фильм входит в цикл детективных расследований «Соколова подозревает всех». В центре сюжета сериала Ульяна Соколова. Она известна в узких кругах следователь. Однажды Ульяна она вынуждена принимает решение переехать в маленький город Алчиевск прямо из столицы. В маленьком оторванном ото всех городке процветает криминал и разгульная жизнь. На новом месте Ульяне приходится расследовать не только свои текущие дела, но и загадочную гибель Ивашкиной, местного следователя. В Алчиевске Соколова также сталкивается с Александром Адмираловым, ее первой любовью, с которым ей придется вести совместное расследование. Когда-то давно, почти 20 лет назад, он променял ее на другую. Но сейчас, встретившись вновь, Александр вновь делает выбор не в сторону Ульяны, он увлекается местной обворожительной блогершей. Эта поездка для Ульяны станет настоящим испытанием, ведь ей не только необходимо расследовать дела вместе со своим напарником, но при этом и смотреть на то, как развиваются его отношения. Главные роли в сериале исполнят Алексей Секирин, Ирина Рахманова, Екатерина Вуличенко, Алексей Матошин и другие. Премьера детективной мелодрамы «Стереть с лица земли» состоится 1 октября на канале ТВЦ. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.